Они не видели огня войны, лишений, голода и обстрелов. Новое поколение судит о Великой Отечественной войне по фильмам и книгам, которые далеки от той страшной реальности. Зато эти ребята живут в мирное время, которое было выкуплено ценой крови и нечеловеческих усилий. Сегодня представители фонда мира собрали на гарнизонном кладбище школьников из Бреста и Брестского района, чтобы рассказать о подвиге героев Советского Союза. Наша задача – передать вот эту память о войне, историческую правду нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам, для того, чтобы обеспечить мирное будущее, для того, чтобы наши дети понимали, что жить надо с миром, в первую очередь, с миром в душе, с миром в семье, с миром в обществе и активно выступать за мир во всем мире. Мы собрались, чтобы почтить память умерших солдат, которые отдали свои жизни за наше мирное время. Хоть мы и не видели этих ужасов, для нас это очень важно. Войну в одном строю шли белорусы и россияне, туркмены и таджики, грузины и армяне. Все представители большой страны. Их объединяла общая цель – победа любой ценой. И этой ценой стали их жизни. 10 героев Советского Союза нашли последнее пристанище на Брестском гарнизонном кладбище. Среди них красноармеец Гаржамап Гармаев, который сумел вырваться из окружения врага и вынес на руках тяжело раненого командира. Борис Локтион, в честь которого названа улица в нашем городе. В бою он был ранен осколками снаряда, но не покинул поле боя и оборонялся до последнего патрона, а затем был убит. Он приехал домой, его комиссовали. Дома ждала его мама. Но очень многие его родственники были убиты фашистами, зверски убиты фашистами. Он участник освобождения нашего города, Брестского района, Брестской области от фашизма. Я считаю, такие мероприятия очень важны, потому что увидеть воочию, где захоронены герои, мало того, что только это увидеть, но еще услышать их историю. У каждого своя судьба, у каждого своя история и у каждого свой подвиг. Поэтому пытливый ум молодежи мы должны, конечно, наполнять информацией настоящей, исторической и правдивой. Важная миссия – это возложить цветы на могилы героев Великой Отечественной войны. Наше поколение очень благодарно за чистое небо, за мирное время. Ребята зажгли лампады и возложили цветы у каждой из могил 10 героев Советского Союза. Для каждого из них эта часть истории Великой Отечественной войны ожила и стала близкой. Они пронесут ее через свою жизнь и, возможно, расскажут своим детям и внукам.